Гомель. Прекрасную песню исполнил нам и нашим телезрителям. Ребята исполнили. Воспитанницы студии эстрадного вокала «Шаг навстречу» Гомельского областного дворца творчества детей и молодежи. Благодарим за прекрасное настроение и позитив девочек, замечательных красавиц и их руководителя Ольгу Журавлеву. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, Новый год овеян сказкой, овеян волшебством. Новый год любит вся планета. Едины мы и в том, что имеем свои обычаи и свои традиции подготовки этого праздника. О новогодних традициях, устоявшихся и любимых, абсолютно новых и вынужденных, поговорим мы сегодня этим добрым вечером. Вы наверняка знаете, что мы работаем в прямом эфире. 34-22-43, номер нашего телефона. Звоните, пожалуйста, рассказывайте, какие новогодние традиции есть у вас. Задавайте вопросы гостям в нашей студии. А также вы можете писать в Viber номер. На наших экранах, на ваших экранах. Пожалуйста, напишите, какие семейные традиции, новогодние семейные традиции чтите вы. Ну что ж, я еще раз хочу представить в студии Ольгу Журавлеву. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как в студии «Шаг навстречу» готовится к Новому году?
Ну, это сложное время для ребят. Им предстоит впереди на новогодних утренниках очень часто и много выступать. По 2-3 утренника в день дают концерты наши маленькие артисты. Ну, конечно, мы украшаем кабинет, делимся впечатлениями о том, кто загадал, что написать в песне году, да? Деду Морозу, что вот попросить. Как. Да, вот, конечно. Ну и, естественно, разучиваем новый новогодний репертуар. Учим песни, записываемся в студии звукозаписи, работа идет полным ходом. Вы знаете, Ольга, вы сказали, что это очень сложный период для ваших воспитанниц. А они сидели и улыбались в эту секунду. Им так нравится вот эта сложность, правда, и подготовка к Новому году, правда? Сложный период, но очень интересный. Интересный, ответственный. Ольга, скажите, какие новогодние традиции устоялись уже в коллективе, а может быть, в семьях ваших воспитанниц и в семьях педагогов? Ну, многие наши воспитанники едут с семьями куда? Где живет Дед Мороз? Так. Обязательно ездят на выходных. Ну, конечно, приносят из дома елочные украшения, мишуру, елочки, снежинки вырезают красивые, приносят. Украшаем кабинет наш, в котором занимаемся. После выступлений утренников новогодних всегда у нас новогоднее, что чаепитие, где ребята приносят, да, сами с родителями пекут что-то, покупают и приносят. Мы друг с другом угощаемся, делимся впечатлениями. Рецептами, наверное, делитесь с девчонками, обязательно, да, не без того. Да. Ольга, ну, мне кажется, что есть у вас еще новогодняя традиция такая, писать новую новогоднюю песню. К Новому году. Ну, сознайтесь, признайтесь. Вот эта песня «Новогодний пароль», ведь это ваша песня. Да, пришлось, что-то вот такое навеяло на меня. Думаю, нет новогодних песен современных, или, наверное, может, они есть, но как-то авторы прячут их, и мы ничего не можем найти, что-то нового, свежего, яркого. Ну, я взяла на себя такую смелость, сочинила слова, напела что-то, придумала мелодию. Ну, замечательная помогли, песня получилась. И эти аплодисменты подтвердят мои слова. Ольга, наверняка и вы знаете, что в нашей программе есть возможность зарабатывать призы. Обычно это делают телезрители, и они наверняка уже ждут вопрос эфира. Дорогие друзья, действительно, сегодня загадки будут, ну, я так называю вопросы, задания, будут замечательные призы. Поэтому не уходите далеко от экрана. Если вы только захотите, вы станете участниками многих новогодних действий. Поэтому, пожалуйста, ваше внимание. Итак, вопрос. Кому белорусы на Коляды оставляли часть кутьи, чтобы он не был таким лютым? Нужно назвать его. Еще раз. Кому белорусы на Коляды оставляли часть кутьи, чтобы он не был таким лютым? Ваши ответы только по телефону 34 22 43. Сегодня мы разыгрываем пригласительный билет от Гомельской областной филармонии на детское музыкально-игровое представление «Новый год наоборот». Во время представления зрителей ждут интерактивные игры, современные музыкальные номера, ростовые куклы и масса самых позитивных эмоций и впечатлений. Отвечайте на вопрос эфира, и пригласительный билет на две персоны будет вашим. Кстати, представление состоится 28 декабря. Ну что ж, не тратим эфирного времени даром, готовимся к празднику дальше. Этим добрым вечером говорим о том, какие новогодние ритуалы сближают и какие традиции укрепляют не только семьи, но и всех нас. Знакомьтесь с нашими гостями. Наталья Мамрукова, заместитель председателя Гомельской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Рады приветствовать вас, Александр. Добрый вечер.
Галина Вакулка, начальник отделения связи Гомельского филиала Республиканского унитарного предприятия «Белпочта». Добрый вечер, Галина. Добрый вечер. Мы очень рады видеть вас в студии и думаю, что вы нам не откажете подготовиться к празднику и поможете нам, и, возможно, и расскажете о том, какие семейные традиции есть у вас. Может быть, вы знаете о каких-то необычных традициях ваших друзей, родственников, близких. Пожалуйста. Ну, про традиции. Традиционно, конечно, каждая семья собирается в новогоднюю ночь, потому что это действительно время не только волшебное, но и время, когда можно подарить друг другу добро и тепло. Но, вы знаете, буквально сегодня я узнала о такой интересной традиции моей коллеги. Она мне сегодня поделилась, говорит, в нашей семье есть традиция. Так. Ее соблюдает папа этой семьи. Говорит, каждый Новый год, 31 числа, буквально накануне Нового года, он идет покупать елку. А так как семья уже занята приготовлением, подготовкой к празднику, ему приходится самому украшать эту новогоднюю елку. Вот такая каждый год Новый год мужчина у них традиция. Мужчина все самые серьезные сложности, тяготы берет на себя, но он покупает. Ждет, до конца. Это чтобы установить ее надо. Да. Еще и игрушки развесить, так, чтобы всем дамам в семье понравилось. Это такая вот у них традиция. Да. Спасибо. Прежде чем мы продолжим разговор, давайте принимать телезрительский звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Я слышу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что вы звоните с мобильного телефона. Мне уже сказали, поэтому вот так мы торопим даже наших гостей. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Есть ли у вас семейные традиции? Семейные традиции? Новогодние, конечно, новогодние. Именно новогодние. Новогодние, безусловно. Есть, да. Так, давайте. У нас в последнее время, это лет 5, наверное, заведено так, что мы с дочерью накрываем очень красиво стол. Ну, то есть сервируем его красиво. Потом фотографируем. И выкладываете на память в соцсети. На следующий год. Также еще у нас традиция. У нас есть Дед Мороз, которому уже, лет 50, наверное. И мы его прелесть. Не выбрасываем. Несмотря на то, что там существуют новые игрушки, они приходят, уходят. Но вот Дед Мороз этот хранится. Еще я помню, когда я была совсем маленькая, он всегда у нас стоял со Снегурочкой под елочкой. Наталья, хранитель ваших новогодних семейных традиций, это Дед Мороз. Да, совершенно верно. Спасибо вам большое. Ну а теперь ответ на вопрос. Кому белорусы на Коляды оставляли часть кутьи, чтобы не был таким лютым? Оставляли они эту часть кутьи Зюзи. Ай да умница! Ай да умница, Наталья! Вам аплодисменты! Я-то ждала, что Наталья сейчас скажет Морозу, а я скажу нет-нет-нет! А Наталья сразу Зюзя. А почему Зюзя? Кто он такой был? Кого он, что он олицетворял? Вот так. Сорвался звонок. Друзья, я просто... Вам еще для информации скажу, что Зюзя – это древнее божество. Он олицетворял зимнюю стужу у белорусов. Именно ему оставляли часть кутьи вечером обязательно. Ну, а если хозяин хотел еще больше поддобриться, он стучал в окно и говорил: «Мороз, ходи кутью есть». Он называл его Морозом, но вообще… Зюзя. Спасибо, Наталья. Именно вам отправляется пригласительный билет на 2 персоны на новогодний утренник в ОКЦ 28 декабря. Поздравляем Наталью. Ну что ж, дальше о семейных традициях. Наталья рассказала о своих, и Наталья телезрительница тоже рассказала. Александр? Александр напрягся, потому что выросли дети, как-то Новый год в семейном кругу, это традиция, которая была многолетняя, еще от родителей доставшаяся, немножечко, конечно, ушла. На Новый год всегда, наверное, единственное, что осталось, это добрые друзья, которые обязательно приходят на Новый год. Это прекрасно. Прекрасная традиция – встречать Новый год в кругу друзей. Спасибо, Александр. Добавите, Галина? Мы также традиционно встречаем свой Новый год в кругу семьи и самых близких друзей.
Прекрасно. Но ведь есть еще новогодние традиции, скажем так, их тоже называют новогодними. Это время подготовки к Новому году. И я хочу дать подсказку телезрителям. Вы впредь в своих сообщениях рассказывайте не только, как вы садитесь за стол, как его сервируете, а и о том, вот, о том месяце, который предшествует празднику Новый год. Запомнили? Это моя подсказка вам. Ну что ж, Галина, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, письма отправляются Деду Морозу. Их много? Вы справляетесь вообще с таким объемом? Да, писем отправляем Деду Морозу очень много. У нас даже в отделениях связи установлены специальные столики для написания писем и лежат заготовки. Для тех, кто умеет писать, для тех, кто только начинает это делать, и для тех, кто не может написать, но может нарисовать свой подарок Деду Морозу. То есть можно прийти в отделение связи, в любое отделение связи? Да. Абсолютно в любое. И в прекрасной обстановке, причем располагающей обстановке праздничной, мы попросим, да, вот уже режиссер все показывает, какая атмосфера создана во многих почтовых отделениях, вот так и прямо и адрес Деда Мороза на экран вывели, все замечательно. Так, Галина, сегодня в студии очень много детей и взрослых, вы сами видите, порекомендуйте и гостям, и нам, участникам и всем телезрителям. Как же правильно, наверняка вы знаете, как правильно написать письмо Деду Морозу. Может быть, какие обороты использовать? Может быть, вы знаете об этикете написания новогодних писем? Пожалуйста. Ну, конечно же, Дед Мороз очень ждет наших писем. Поэтому нужно в первую очередь поздравить Деда Мороза и Снегурочку с наступающим праздником. Не забыть об этом, так. Обязательно. Пожелать ему крепкого здоровья, поблагодарить за то, что он приносит каждый год радость в наши дома, рассказать немножко о себе и доверить ему свое самое сокровенное желание. Я сейчас внимательно-внимательно смотрю на Надежду и Ксению, которые сидят на этом диванчике мягком. Девчонки, вы не будете против, если мы вам предложим написать письмо Деду Морозу? Вы уже так продумали, что бы вы хотели написать, что бы вы хотели попросить, что пожелать? Вот Галина дала подсказки вам. Продумали? У нас есть столик. Проходите, пожалуйста, к нему. Проходите. Так. Присаживайтесь. Все ли у вас есть для работы? Все. Пожалуйста, приступайте. Девчонки будут писать письмо. Я знаю, что Галина даже предложила конверты для отправления. И адрес мы потом девочкам подскажем. Вот, кстати, чтобы письмо пришло адресату, куда же его лучше адресовать? В Лапландию, в Великий Устюг или, может быть, в Беловежскую пущу? Наш белорусский Дед Мороз живет в деревне Каменюки, Каменецкий район Брестской области. Значит, именно туда нужно направлять письмо. Да, но если вы отправите и в Лапландию, и в Великий Устюг, мы тоже письмо доставим. И тоже письмо придет. Замечательно. Наталья, скажите, а вы Деду Морозу писали письмо когда-нибудь? Ну, вот я в своем детстве не помню, чтобы я писала письмо, но дети мои всегда писали письма. И когда еще вот маленькие совсем были, старались как-то прочитать то письмо, там, исполнить их желание. А потом, конечно, появилась замечательная услуга вот у Белпочты, когда можно было через почту отправить письмо, им приходили подарки. Поэтому, конечно, это волшебное такое вот время было. И до сих пор дочери уже взрослые, до сих пор вспоминают, как вот приходило письмо от Деда Мороза, да еще с подарком. А еще всегда ждали новогоднюю ночь, старались не заснуть, чтобы увидеть, как Дед Мороз приходит и кладет подарки под елку. Вот этот момент. Да, вот всегда ждали. Говорит, мы так верили. И верили довольно-таки до такого, довольно-таки взрослого возраста. Сейчас даже взрослые начинают сомневаться. Может, и действительно Дед Мороз существует. Потому как, ну, все располагает к этому.
Ну, если именно верить к этому чудеса, факту, то, абсолютно конечно, точно. Да. Беларусь ежегодно в декабре стремится окружить дополнительной заботой и вниманием юных жителей нашей страны и подарить им то, что способно принести настоящую радость. Вот акция «Наши дети», она уже стартовала в Беларуси? Конечно, акция уже стартовала. Это с самого начала декабря, да? Нет, это не с самого начала декабря, это как раз с начала этой недели. В каждом регионе наши, скажем так, активисты проводят различного рода мероприятия, связанные с Новым годом, дарят и в детских домах, и в многодетных семьях, и какие-то утренники, и новогодние мероприятия областного формата, и где-то в регионах. То есть эта акция уже движется. Ну и завершится она для нас такой большой республиканской акцией. Это уже стало традиционно. Под Новый год, под Рождество. 23 числа в этом году в Большом театре мы ждем семьи наших активистов, папы, мамы, бабушки, дедушки, дети. Замечательное представление. В этом году это будет балетный концерт из наиболее таких популярных балетных представлений. В прошлые годы это были различного рода новогодние сказки, «Щелкунчик». Ну, в общем-то, эта традиция, она уже такая основательная. Мы дарим детям подарки, встречаем Новый год в предновогодний период. Всеми, и радуйтесь вместе семьями. С ними, да, правда? Это очень здорово. Я знаю, что без приятных моментов, но не обходится ни одна акция «Белой Руси». Я знаю, что даже вот сегодня вы пришли в студию, и есть у вас сюрпризный момент для наших телезрителей. Ведь правда, Наталья? Ну, конечно, на есть, один да. вопрос наши телезрители уже ответили. Наталья выиграла пригласительный билет в ОКЦ на представление «Новый год наоборот». А вот следующий конкурс объявите вы. Пожалуйста. Ну, так как у нас сегодня передача предновогодняя, про Новый год, про новогодние традиции, поэтому вот давайте предложим нашим зрителям, чтобы они делились своими традициями, рассказывали нам о них. А мы здесь вот в студии выберем самую такую добрую традицию, самую уникальную традицию, может быть, чем-то интересную и необычную для всех других, и подарим им наш подарок. И наш подарок, вот Александр Викторович уже рассказал об этом, мы подарим билеты, два билета в театр оперы и балета национальный. Я держу этот конверт, да. От там можно Руси показать, что достаю, есть билеты. Да. Да. Два билета вот, с купоном на подарок, которое состоится 23-го, представление состоится 23-го. С двумя купонами на подарок. Хорошо. С двумя купонами на подарок, так каждому билету подарок, так? Да. 23 декабря. В Минске, в Театре оперы и балета. Там будет вот контактный телефон, по которому можно будет связаться и подробнее узнать. Да. Да. Все подробности, как добраться. Кстати, по-моему, вы берете на себя обязанность довести. Даже довести и привезти обратно. И привезти да. обратно. Да. Ну, это великолепный подарок. Дорогие друзья, да-да-да-да-да. Что нужно сделать? Я еще повторю. Нужно рассказать о вашей семейной новогодней традиции. Чей рассказ покажется наиболее творческим, наиболее интересным, ну вот самая такая, может быть, даже уникальная новогодняя традиция семейная прозвучит, вот тот человек и получит этот приз. Согласитесь, серьезный приз, поэтому и такое творческое задание вам сегодня. Мы обязательно будем записывать имена, будем фиксировать номера телефонов и в конце программы подведем итог общим голосованием. Правильно? Правильно. Согласны? Согласна. Согласны. Друзья, продолжаем нашу программу. Уходим на небольшой перерыв, это рекламная пауза. А у вас есть возможность припомнить свои семейные традиции – предновогоднее, новогоднее, позвонить нам 34-22-43 и высказаться. Ждем? Из космоса.
а я добавила бы и друзья. Ищем телескопы новые в синем небе НЛО. Только почему-то снова там не находим ничего. Может, за руки возьмемся мы и посмотрим в небеса. Если улыбнуться звездам, их услышишь голоса. Если улыбнуться звездам, их услышишь голоса. Летают по всей галактике зелененькие лунатики. Не могут они никак с землей войти в контакт. Летают по всей галактике зелененькие. Знаю, как вы, а я добавила бы им друзья. Все они летают, мы не понимаем. Только телескопы вовсе не нужны. Даже на орбите нам их не увидеть, если не сумеем подружиться мы. Может быть, им грустно в космосе без дружбы. Может быть, им скучно в звездолете том. Мы дружить не против, пусть они в полете слушают, как песни мы про них поем. Летают по всей галактике зелененькие лунатики, не могут они никак с землей войти в контакт. Летают по всей галактике зелененькие лунатики. Не знаю, как вы, а я добавила бы их друзья. Добавила бы их друзья. Добавила бы их друзья. Дорогие друзья, о новогодних и предновогодних традициях говорим мы сегодня этим добрым вечером. 34-22-43, именно такой номер телефона набрал наш телезритель или телезрительница и дозвонились в студию. Добрый вечер. Здравствуйте. Телезритель, здравствуйте. Знакомимся? Да. Как вас зовут? Анатолий. Очень приятно, Анатолий. Так, вы хотите поучаствовать в конкурсе, который объявила Беларусь? Давайте попробуем. Ну, давайте. Так, пишу сразу, Анатолий. Итак, рассказывайте, какая же новогодняя, семейная новогодняя традиция есть у вас? Пожалуйста. Ну, как, уже семейная, уже стало, можно сказать, уже и по подъезду уже такая традиция. Уже традиция идет больше года. Ну, больше 2 лет вообще-то. А так уже традиция идет больше 5 лет. Собираемся после, ну, куранта, выпьем шампанское под Лукашенко, немножко покушаем оливье, а потом уже одеваемся разными животными. Ну, я последний костюмы, раз одевал костюмы. Это маску волка. Так. Ну и в том году соседи выходили тоже самое, разные фигурки одевали на лицо. Но это не под Рождество, это именно... Кто-то одевал. Так. И мы шли по всему двору, это вот по улице Сосновой, и шли до самого, это, до самой елки, ДК фестивального. Угу. И там уже разворачивались всякие уже чудеса. О, это здорово. Анатолий, я поняла, ваша традиция... Угу. Причем подъездная уже не только семья задействована, а жители всего подъезда, да? Это облачаться в новогодние костюмы. Уже, и дальше уже присоединялись уже и другие люди с других домов. Ну, понятно, безусловно, таких красавцев увидят, как не присоединиться, правда? Да. Я поняла, мы записали маски, костюмы под елку. Костюмированное шоу. Правильно, Анатолий? Спасибо, зафиксировали. Запоминайте, Наталья Александровна, запоминайте. У нас сложная задача будет. Потому как каждый телезритель, знающий номер нашего телефона 34-22-43, захочет позвонить и рассказать о своей семейной новогодней или предновогодней традиции. Дорогие друзья, говорим в студии здесь о новогодних традициях. Вот для каждого из нас, вот как мы понимаем, видите, звонки, люди улыбаются, девчонки знают,
что такое новогодние традиции. Для каждого из нас Новый год по-своему весел, интересен и очень важен. И, конечно, новогодние дни связаны с добрыми и озорными историями. Скажите, Александр, а Белая Русь уже объявила конкурс на лучшую новогоднюю историю? Объявила. Так. Есть этот конкурс у нас на сайте. И мы есть уже материалы. Кто-то пишет историю, кто-то фотографирует историю. И победители этого конкурса, ну, уже, конечно, после новогодних праздников, после вот оливье, шампанского, масок животных и походов к елке, тоже ждет оригинальный приз. Так что мы можем наших телезрителей успокоить, если вдруг вам не придется дозвониться до нас, то вы можете поучаствовать в конкурсе Белой Руси. Зайдите на сайт, прочитайте условия, расскажите о вашей новогодней традиции или самой веселой новогодней истории. Все у вас будет в порядке. Ведь так же? Да. Славные традиции нашему поколению. Вот таков девиз конкурса «Наследие». Он родился, если я не ошибаюсь, 6 лет назад, да, Наталья? Да, по нашей инициативе. И именно по инициативе Гомельской областной организации «Общественное объединение Белая Русь». В этом году, в 18-м, он, само собой, посвящен Году Малой Родины. Ведь так же? И я знаю, что именно сегодня были подведены итоги этого конкурса. Еще, вероятно, может быть, никто и не знает об итогах. Или уже дали интервью в СМИ? Нет, итоги мы подвели неделю назад. А сегодня объявили? А сегодня у нас было награждение наших победителей и номинантов. Вот. Но у нас такая тоже традиция есть с самого начала, с 13-го года, когда у нас мы, так сказать, запустили этот конкурс. У нас такая традиция. На подведение итогов ребята приезжают, они участвуют, защищают свои работы, но до финала, до награждения и чествования победителей, никто не знает, ни педагоги, ни ребята не знают, кто победитель, кто номинант. Мы делаем для них сюрпризы, и только вот на сцене ведущие объявляют, кто из них победитель, кто номинант. Кстати, у нас сегодня в студии ребята-победители, но им повезло. Я им позвонила, сказала: ребята, вы победили. Вы заняли первое место в исследовательской работе и вот будете участвовать вместе с нами в передаче. Поэтому, как никому, им, конечно, повезло, мы открыли. Это новая новогодняя традиция 2018 года от Белой Руси. Сегодня у нас Владислав Евменов и Татьяна Деткова, учащиеся Гомельского государственного профессионального лицея речного флота. И, кстати, вот ровненько за ними сидит их руководитель Инна Константиновна Гошко. Добрый вечер. Добрый вечер, ребята. Вот скажите, догадывались, что станете победителями в этой номинации? Честно говоря, нет, потому что было очень много достойных ребят. Мы, естественно, не догадывались, но мы надеялись и ожидали этого, потому что много было потрачено сил, усилий на этот проект для подготовки и на защиту. Я поняла. Ребята, ненадолго прервем ваш рассказ, потому что есть очередной телефонный звонок. Слушаем телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас зовут? Любовь Ивановна. Любовь Ивановна. Очень приятно, Любовь Ивановна. Я вообще бабушка. Так. Традиция у меня одна всегда. Я уже, конечно, уже на пенсии. Ставить живую елку. Так. У меня дети всегда удивляются. Мама, ну что ты так ставишь эту живую елку? Осыпается она, елки. А я вспоминаю свое детство в деревне, в забитой деревне. Была елочка всегда живая. Внучка у меня спросила: бабушка, а как живая? Она что, ножки имеет? Ходить будет? Я говорю: нет, иголочки у нее живые. Ну, вот такая у меня традиция. Замечательная традиция, Любовь Ивановна. Я все зарегистрировала, записала. Но хочу вам сказать. Вот возьмите на заметку. Есть у нас сообщение от Игоря в Вайбер. Вот, кстати, сообщение в Вайбер, они не участвуют в розыгрыше. Участвуют в розыгрыше только телефонные звонки. Прислушайтесь. У нас в семье есть постновогодняя традиция. Собирать елочные иголки.
когда разбираем елку. Собираем мы их в спичечный коробок и подписываем год. Эту традицию придумали мои родители. И у нас в коллекции иголки с 1972 года до 2017, пишет Игорь. Любовь Ивановна, возьмите еще за правило действительно собирать маленькую спичечную коробку. Слушайте, тут же можно эволюцию елки проследить, мне кажется, даже. Да? Сделать научную работу, потом написать. Спасибо вам, Любовь Ивановна. Мы все зарегистрировали, записали. Досмотрите программу до финала обязательно. Ребята, продолжаем с вами разговор. Вот вы почувствовали, что год малой родины, скажем так, стал, ну, может быть, толчком к тому, чтобы зародилась абсолютно новая предновогодняя или новогодняя традиция собирать материал, оформлять это нужным образом о своей малой родине. Скажите, вот почему именно о Ерёмино вы материал собирали? Ну, потому что в Ерёмино я провела все свое детство. А это ваша родина малая? Можно и так сказать, да. Там живут мои родственники, и для меня это очень близкий уголок. Агрогородки сейчас строятся, развиваются, становятся краше. Но главное богатство любой местности — это люди, те, кто там живут и трудятся. И как раз-таки об этих героях мы и рассказали в нашем проекте. Ну вот и на нашем экране идет презентация, наверное, да? Фрагменты вашей презентации. Вячеслав, а вы тоже из Ерёмино? Или вы помогали Татьяне? Нет, я не из Ерёмино, но, как оказалось, именно из Ерёмино большинство моих друзей и знакомых. И когда я узнал о этом проекте, мне сразу захотелось принять в нем участие. Ну, и я решил присоединиться к Татьяне. В нашей исследовательской работе я занимался историей возникновения Ерёмино, ее местными жителями, брал интервью. Вот, это, да, наверное, очень интересно, да, разговаривать со зрителями, это же еще, простите, с жителями, да, это же, наверное, еще не каждый захочет рассказать, расположить человека. Ну, большинство, конечно, стеснялись давать интервью именно вот на камеру, но поговорить, можно сказать, каждый соглашался рассказать то, что он помнит, историю возникновения Ерёмино, о жителях известных, и все это мы записывали и записали свою исследовательскую работу. Вот такие у нас доброжелательные люди, правда? Очень здорово. Спасибо, ребята, вы сегодня здесь у нас в нашей студии. Вот скажите, если бы вы были волшебниками новогодней ночи, вот что бы вы сделали для гомельчан, для жителей области, а может быть, для жителей родного уголка, малой родины? Ну, я бы хотела, чтобы у каждого ребенка была своя семья, чтобы они, чтобы их окружала любовь, забота, чтобы у всех стариков были рядом родные и близкие люди. Uh-huh. И как раз-таки в этом году у нас есть такая возможность. Об этом вам сейчас расскажет Владислав. Да, действительно, благодаря нашему лицею и организации «Белая Русь» у нас есть такая возможность поучаствовать в такой акции, как «Наши дети и волшебство на Рождество». Педагоги и учащиеся нашего лицея также принимают участие в этих акциях, и мы направимся в ясли-сад номер 15. Это ясли-сад для детей с нарушением слуха. Также мы направимся в Улковскую школу-интернат, куда наши мастера производственного обучения и учащиеся привезут подарки и угощения, сделанные своими руками. Это очень хорошее начинание, это замечательные традиции. О традициях продолжаем разговор. Наверняка много традиций новогодних, предновогодних у Белой Руси, республиканских, вот кроме акции «Наши дети». Александр. Ну, традиций действительно много. Мы подводим итоги года. У нас много различного рода акций, конкурсов. И, конечно же, вся эта работа в итогах, в декабрь месяц, предновогодний. К нам приезжают друзья из разных стран, с которыми мы сотрудничаем и в различного рода проектах. И вот буквально фактически каждый день
какое-то мероприятие итоговое, где мы не только говорим о том, что сделали в этом году, но и строим планы на Новый год. А вообще у нас есть замечательная традиция собираться офисом и праздновать Новый год. Ну, это теплая традиция для сотрудников, которые, в общем-то, являются добрыми волшебниками, да, не только вот в этот предновогодний месяц, декабрь, да, но и в течение всего года. Они делают так, ну, наконец-то, да, можно расслабиться. Нет, ну, согласитесь, делать добрые дела – это очень здорово, это вот внутреннее удовлетворение, каждый ведь скажет об этом. Конечно. Наталья, продолжите про акции Гомельской области. Ну, мы традиционно тоже участвуем. И уже который год у нас существует свое областное мероприятие «Белая Русь», куда мы приглашаем детей из малообеспеченных семей, приемных, дети, инвалиды присутствуют на нашей елке. И, конечно же, ребята, активистов наших, членов «Белой Руси». Вот в этом году около 500 детей приедут со всех регионов Гомельской области. Елка состоится наша в городском центре культуры. Раньше мы делали в доме учителя, теперь перебрались в городской центр культуры, потому что места правда? Нам уже да. маловато. Да. Для ребят будет организована интерактивная игровая программа перед представлением. Потом будет показан замечательный спектакль, который готовит уже который год. Это зам по воспитательной работе 47-й школы. Чалскина Татьяна Эдуардовна, она готовит потрясающие спектакли, мюзиклы, где участвуют и дети, и взрослые. Поэтому ребятам, которые приезжают на елку, и родители, им понятны эти спектакли, потому что там поднимается проблематика современная на новогодний лад. И всегда все разрешается, все очень хорошо. Ну и, конечно, ребята, которые приедут к нам на елку с родителями, получат не только удовольствие от спектакля и игровой программы, но и получат подарки. Наталья, но я вот знаю, что ведь не только утренники и праздники для детей в декабре, ведь есть и какие-то мероприятия, которые демонстрируют и, скажем так, проявляют и подсказывают, как нужно заботиться о здоровье. Ну, дело в том, что помимо того, таких вот праздничных, приятных вещей, благотворительных, очень приятных, которые мероприятий, мы еще с ребятами, ну, стараемся с нашими активистами посетить и детский дом, и соцприют, и либо этих ребят куда-нибудь пригласить на наши мероприятия. Ну, много чего проходит, но, знаете, как-то и хвастаться не хочется. Я поняла. Вот скромность, да, и прямо сейчас так сразу и не вспомнишь. Каждый день делаем разные добрые дела, а вот тут и, может быть... У нас, кстати, есть телефонный звонок. Давайте слушать. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, юная телезрительница. Вас зовут? Даша. Очень приятно, Даша. Скажите, пожалуйста, вы хотите рассказать о своих предновогодних, новогодних семейных традициях? Да. Пожалуйста. Мы записываем на бумажке разные хорошие события, которые прошли за этот год. То есть и такой своеобразный отчет. Новым годом мы садимся и их читаем. И вспоминаем, что произошло. Даш, вы поясните, пожалуйста, то есть вот эти хорошие, добрые дела и события вы в течение года записываете? Да. Так. И помечаем дату. И помечаете дату. И куда складываете? Что у вас за... У нас есть такая баночка, куда мы это все складываем. Так, интересно. Наверное, красочная. Вы приложили руку, разрисовали, расклеили. Нет, расскажите подробности. Баночку мы раскрасили в виде снежинками и обклеили тоже снежинками. Угу. Чтобы она не пострадала, если вдруг капля влаги попадет, да? Да. Так, хорошая традиция. Нравится вам? Ну, сейчас мы результаты еще не подводим, рано подводить. Даша, мы все зарегистрировали у вас, записочки с вашими хорошими делами и приятными событиями, правильно? Да. Так, прекрасно. Собирается. Я так думаю, что каждому, кто присутствует в этой студии, есть что рассказать и есть чем поделиться. Но хочу еще спросить у Татьяны и Владислава.
Ну а у вас семейные традиции, предновогодние, новогодние? Ведь не только материал собираете о своей малой родине, правда? Есть такие? В нашей семье есть традиция отмечать его всей большой и дружной семьей. Никто никуда не расходится, и все стараются заранее планировать свое рабочее время или какой-то свой досуг, чтобы все вместе были одной семьей. И, конечно, все находятся на кухне, это готовят новогодний стол или украшают квартиру, хотя мы стараемся делать это заранее. И, как ни странно, новогоднее настроение, оно приходит уже в процессе. Или в процессе, или еще за месяц до Нового года. Сразу это новогоднее настроение, хочется украсить квартиру, выходишь, горы такой красиво украшены. Вот. И, к счастью, в этом году мы тоже будем праздновать Новый год всей большой дружной семьей. Спасибо вам большое. Я вот хочу поинтересоваться, как там дела у девочек идут, посмотреть. Девочки, уже готово письмо? Нет. Нет, еще не готово. И еще, наверное, одну часть программы нужно занять, да, за это? Но очень все красиво. Что ты говоришь, Надежда? Ну, я не знаю. Готово ли у Ксюши письмо, да? Да. Но рисунок твой готов. Судя по всему. Ну, мне еще чуть-чуть осталось докрасить и... А, всего лишь немножечко. Да. Всего лишь немножечко. Ну, хорошо, несколько вопросов еще задам Галине. Вот, кстати, а не поздно письмо отправить Деду Морозу? А то, может, девчонки зря стараются? Нет, конечно, не поздно. Наши письма Деду Морозу зайдут буквально за 3 дня. То есть, если вы 28-го даже напишите письмо, не забудете опустить его в ящик... то письмо дойдет. Конечно. Прекрасно. Хорошо. А существует ли вот обратная связь с Дедом Морозом? Как узнать, дошло ли письмо? Или это обязательно Белпочта доставляет письма, даже можно не сомневаться? Можете даже не сомневаться. Дед Мороз со своими помощниками всегда встречают нашу почтовую машину и с удовольствием ждут наши письма. Вот сейчас на нашей видеостене окошки... 48-го отделения связи, да? Да. Сказочный. Мне кажется, вот как в сказочный теремок. Заглянуть в окно отделения связи. Замечательно. Там и фотозоны у вас имеются. Да, у нас есть замечательные фотозоны. И не только в 48-м отделении связи. Еще они расположены в 50-м и в 38-м. Кстати, с 26 декабря по 29 декабря в этих фотозонах будут работать Дед Мороз и Снегурочка с 15 до 18.00. Приглашаю всех желающих сфотографироваться с ними и поднять свое новогоднее настроение. А какие еще акции приготовила Белпочта вот к новогодним праздникам? Белпочта традиционно устраивает перед Новым годом акцию, благотворительную акцию «Марафон добра». Уже наши посетители привыкли и ждут ее с нетерпением, участвуют. Можно выписать какое-нибудь детское издание в детский дом. Можно приобрести сувенир, подарок, сладкие гостинцы, которые мы накануне Нового года доставляем в детские дома. Замечательно. А я сейчас позволю себе обратиться к сообщениям Viber. Сообщения оставили наши телезрители разные, о разных семейных традициях новогодних они пишут. Традиция у меня одна, пишет Маша. Каждый год по-новому его встречать и готовиться. Даже печенье у меня бывает разное. Домики из пряничного теста, разные печеньки, как украшение для елочки. Что уж говорить про все остальное. А есть еще и вот такое сообщение. Удивляюсь, насколько у всех упростилось празднование Нового года последнее время. Я не имею в виду накрывание стола и еду. Детям дарят подарки заранее, говоря, что это на Новый год. И они радостно соглашаются. А вы говорите традиции, пишет Ольга. И еще одно сообщение. А мы письмо Деду Морозу пишем с первым снегом, сообщает Ирина. Но вот в этом году у нас первый снег выпал, если я не ошибаюсь, в ноябре, где-то в середине ноября, да, и письмо Деду Морозу уже было готово. 3 года назад появилась, можно сказать, традиция в новогоднюю ночь после 00:00 выходить на улицу и жарить новогодний шашлык. Сергей.
Вот, может быть, и костюмы новогодние разных Принадятся, животных, да. Очень даже похоже на то. И еще, да, и еще. У нас, так. Да, традиции это замечательно. Мы елку наряжаем числа 20-22 декабря. Всегда делаю салаты под «Ирония судьбы» или «С легким паром». Обожаю этот фильм. И «Чародею» еще просто обожаю. Смотрю каждый Новый год. Светлана, вот такие разные новогодние традиции в разных семьях. Кто-то фильмы смотрит, кто-то наряжается, идет под елку, а кто-то жарит шашлыки. А кто-то каждый раз Новый год встречает по-разному, с новыми традициями, с новым столом, с новой сервировкой, может быть, даже с новыми гостями. Дорогие друзья, 34-22-43 номер нашего телефона. Звоните, пожалуйста, рассказывайте о ваших семейных новогодних традициях. Лучший рассказ, самая необычная, самая, может быть, приятная, трогательная семейная традиция будет... Точнее, рассказ будет вознаграждена. Это пригласительный билет на республиканскую, скажем так, елку от Белой Руси. Это замечательная поездка в Минск на спектакль балета, да? И плюс еще подарки, и плюс еще и дорога туда и обратно в компании приятных людей. Поэтому звоните, у нас реклама. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Мы сегодня призываем, звоните нам, пожалуйста, 34-22-43 и рассказывайте о своих семейных новогодних традициях. У нас не разыгран еще приз, поэтому у вас еще приблизительно 10 минут. Звоните, возможно, вы отправитесь в Минск на прекрасное представление новогоднее от Белой Руси. Друзья, мы сейчас прям...
В студии приветствуем еще одного гостя. Сегодня у нас в гостях Андрей Мозоль, начальник Гомельского районного подразделения МЧС. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, мы так ожидали, что вы придете там с бородой, с посохом и в шубе. Но я понимаю, что служба есть служба. И китель, да. Китель это называется, да? Обязателен, чтобы все понимали, кто перед ними. Андрей, но ведь Дед Морозы у вас штатные есть в МЧС? Штатные? Скорее, не штатные, но есть, конечно. В преддверии новогодних праздников, конечно, мы всегда проводим какие-то акции. На данный момент вот у нас проходит акция «Безопасный Новый год», где противопожарный Дед Мороз, наш так называемый, посещает различные школы, садики, учреждения образования, проводят различные конкурсы на противопожарную тематику, соответственно, и, конечно же, дарят подарки детям, как бы, ну, как положено настоящему Деду Морозу. Вот есть свои традиции и у сотрудников МЧС. Мы не говорим сейчас о семейных, о служебных новогодних традициях, да, правда? К сожалению, это вынужденные традиции, но очень нужные, потому что безопасный Новый год – это самое главное. Не омрачить настроение праздника, правда? Да, это так. Я знаю, что вы тоже приготовили сюрпризы, о них чуть позже, но все же, вот, чтобы полная картина у нас была об акциях, о традициях от Белой Руси и Белпочты, еще, Наталья, я знаю, что вы не рассказали еще об одной акции, об одном начинании, очень полезном. Очень хорошо, что в преддверии Нового года всегда у нас, так сказать, появляются друзья и партнеры. С одним из медицинских центров нашего города Гомеля и нашим открытым акционерным обществом «Спартак» мы проводим совместную акцию «За здоровое поколение». Мы приглашаем наших детишек, первоклассников, на медицинское обследование, где ребята обследуют врач-ортопед и сделают УЗИ щитовидки. То есть смогут... Первоклассники – это самая такая уязвимая категория детишек, которые пришли в первый класс, первые полгода учились. У них совершенно новая пора наступила. Надо сидеть за партой, обучаться. Поэтому вот обследуем их, посмотрим, как их здоровье. И ну, плюс к этому подарим им подарки, игровую программу, сюрпризы для них будут приготовлены. Наталья, это начинание этого года? Это вот буквально, которое зародилось вот совсем недавно. В 2018 году? Да, мы о нем думали уже давно, где-то с летнего периода. Вот мы пришли, и вот буквально в эту субботу ребята посетят медицинский центр с утра в первую половину дня, и мы вот подарим такое вот это хорошее. Очень здорово. Станет ли это традицией, как думаете? Я думаю, что не только станет, но мы будем его продолжать и развивать в этом направлении, потому что все-таки здоровье наших детей – это очень важно. Александр, продолжите. У республиканского общественного объединения наверняка еще есть какие-то мероприятия, которые заинтересуют и наших телезрителей в том числе. Ну, областная организация займется первоклассниками, а мы с начала 2019 года займемся долголетием, людьми пожилого возраста. Это очень здорово. Совместно с Международной ассоциацией долголетия. Проект четырех стран – это Испания, Италия, Греция, Беларусь. Мы будем работать над проблемами продления жизни. Это и питание, это здоровый образ жизни для стариков, это и какие-то спортивные вещи, это и различного рода диеты. И фокус-группа будет очень большая. Мы собираемся это сделать в каждом регионе, не менее там 500 человек, в том числе и наши активисты, члены Белой Руси. У нас есть и долгожители среди членов нашего общественного объединения. Мы будем делиться опытом. Очень мы будем здорово. Их привлекать к активным формам жизни. Прекрасная, прекрасная традиция зарождается? Зарождается. Зарождается. Вы знаете, мы вам вот все тут сидящие подскажем. А вот в 2019 году можно для людей среднего возраста традицию заложить. Согласны телезрители и зрители? Так. Делать доброе для первоклассников и для людей пожилого возраста. Вот, очень хорошо. Девчонки мне сигнализируют, что у них все готово. Покажите ваши письма.
Честно говоря, вот держи, Ксюшенька. Честно говоря, я даже сначала хотела вслух зачитать, а потом понимаю. Может быть, здесь изложено самое сокровенное желание. Какое право мы имеем, да, обнародовать его? Поэтому, Ксюшенька, Надежда, покажи, пожалуйста, свой рисунок. Вот такой прекрасный сейчас. Ты так покажи, чтобы смог оператор наш взять и показал, какие замечательные письма и рисунки вы подготовили. Теперь аккуратно ваши конверты. Вам Галина после программы подскажет и проверит, правильно ли вы написали адрес. И уйдет это письмо прямиком к Деду Морозу. Поэтому вот 3 минутки у вас на то, чтобы положить в конверт и заклеить. Только запомните, где чье. И тогда можете уже отправляться на свои места. Девчонки, спасибо вам огромное. Андрей, несколько вопросов вам. Вот как правильно подготовиться к встрече Нового года, что делать и чего не делать, чтобы праздник получился, был ярким, запоминающимся и безопасным? Ну, здесь как бы правил не так уж, в принципе, и много. Но главное, наверное, в сознании человека, главное правило – это помнить о себе, своих близких, что безопасность превыше всего. Ну, в принципе, как бы и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, вообще безопасности в этот вот предновогодний период. Думать всегда, но в предновогодний особенно. Ну, думаю, послушаем, да, телезрителя и продолжим беседу. Добрый вечер. Добрый-добрый. Зовут вас? Александр. Очень приятно, Александр. Скажите, если у вас семейная традиция, вы наверняка ей хотите поделиться? Да. Пожалуйста. У нас семейная традиция повстречать как Новый год. Мы с женой одеваемся в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. До этого мы покупаем каждому члену моей семьи сувениры. Там бабушкам, дедушкам. Вот. В общем, всех мы потихоньку так вот собираем, продвигаемся к елке. Встречаем Новый год именно на самой елке. Вот. Там взрыв петард, хлопушки, бенгальские свечи, эти огоньки, вот это все горит у нас, все красиво. Делаем такой вокруг елки хоровод небольшой, как у нас в семье, человек, ну так человек как 18, в этот раз уже, конечно, у нас поменьше ближе. Так. Да. Вот. И потом встречаем Новый год, вокруг елки хороводы гуляем, потом прогуливаемся, там сейчас на площади очень красиво все делают каждый год. Вот, прогуливаемся, делаем селфи, ну и потом продвигаемся к родителям домой. Вот. Я поняла, Александр, вы очень активно встречаете Новый год. Не ленитесь, не сидите у телевизора. Но я все записала. Но вот, наверное, Андрею есть что сказать про петарды и салюты. Пожалуйста, да, Андрей. Конечно. Как раз-таки мы сейчас услышали тот случай, да, то, что делать нельзя в новогодние праздники, вот особенно в новогоднюю ночь. То есть в местах скопления народа. В местах скопления людей запускать петарды, ну, точно ни в коем случае нельзя. Есть безопасное расстояние. Это, как правило, 30 метров от зданий, сооружений, от людей. И ни в коем случае, конечно, в толпе это делать, направлять на человека. Либо бросать, ну, не дай бог, да, в толпу. Это чревато последствиями, ну, довольно-таки трагическими. Это травмы могут это быть. Травмы, конечно, это очень травмы. Серьезно. Пожалуйста, не делайте, люди, этого. А если вдруг салюты, то только со взрослыми и только на безопасном расстоянии. Кстати, да, вот как правильно установить вот эту установку, или как она называется? Ну, петарды же бывают разные. Бывают как маленькие, так и большие. Конечно, если это большая установка, нужно выйти на безопасное расстояние. Опять же, я повторюсь, метров 30 от зданий и сооружений, потому что петарда после запуска неуправляемая, может залететь и в окно, и на балкон, и, соответственно, испортить праздник, ну, любому человеку, потому что нередки случаи, особенно в новогоднюю ночь, в предновогодние праздники, пожаров от пиротехнических изделий. Да? На безопасное расстояние 30 метров, ну и не допускать опрокидывания. Это что касается больших. Также, если что касается маленьких и, в принципе, всех, нужно обязательно смотреть ее, этого пиротехнического изделия, состояние, внешний вид. То есть,
Если там вмятины, трещины, да, целостность фитиля нарушена, то это повод задуматься о том, что, наверное, не стоит рисковать и запускать эту петарду, потому что она может взорваться и в руках, ну, в любое время, и это не проконтролируешь. Ну, очень полезную информацию вы предложили. Давайте разбавим ее слегка, ну, скажем, шуточным конкурсом, который часто проводят сотрудники МЧС в преддверии новогодних праздников. Я приглашаю Владислава и Татьяну за этот стол. Рассказывайте, Андрей, что нужно сделать. Ну... Идите сюда, вот ко мне, наверное, удобнее здесь будет. А ребята, давайте, так. Да. Это у нас называются пожарные краги. То есть в них люди, которые непосредственно занимаются тушением пожаров. Это настоящие профессиональные, толстые, которые защищают от температуры, влаги. Значит, вот в этих крагах нужно развернуть эти конфеты. Попробовать развернуть эти конфеты. Так. Давайте, разбирайте краги. У нас буквально минутка на все про все, поэтому... И не просто развернуть, но еще и съесть. Наверное, это будет показатель. Я не знаю... Секундомер остановится тогда, когда... Татьяна, как вы едите конфеты? Вам можно вообще? Можно, да. Так, хорошо, хорошо. Так, я с микрофоном, потому что у ребят нет микрофона. Получилось? Так, ну... Друзья, да. 1, 2, 3, поехали. Так, так, наблюдаем. А непростая задача. Да. А девчонки из вокальной студии сидят и смотрят. Эх, мы бы справились, ай, правда? Вот, ну так что, вот. Татьяна первая. Татьяна получает у нас... О, приз. Покажите приз. Так, остановитесь, покажите оператору, какой приз. Это же не значит, просто. У нас в следующем году, буквально уже через месяц, 19 января, отмечается юбилейная дата образования нашего министерства. Это 20 лет Министерства по чрезвычайным ситуациям. Поэтому этот сувенир, сувенирная ручка с нашей эмблемой, с нашими логотипами, с юбилейными датами, как бы мы... решили подарить победительнице нашего сегодняшнего конкурса. Прекрасно! Татьяна, поздравляем вас! Проходите, пожалуйста. Мне кажется, это очень знаково, потому что ребята вот такую работу проделали, да, в год малой родины. Они еще не гордятся тем, что у них тоже хорошая традиция. Они уже который год в исследовательской работе занимают призовые места. То есть это не первый год. Исследовательская работа. А вы представляете, как пойдет работа с вот этой ручкой прекрасной? Только дайте, пожалуйста, и Владиславу хоть когда-нибудь слово написать. Договорились? Ну что ж, дорогие друзья, у нас, вероятно, готово письмо. Так, девчонки, готово. Передавайте Галине. Торжественный момент передачи Галине письма. Даже двух писем. Так, пожалуйста. Вот. Все, девчонки, это вам. Занимайте ваши места. Но четкое изучение адреса, девочки. А, еще пойдут адрес писать. Хорошо, все, пусть занимаются. Но у нас уже программа подходит к финалу. Поэтому остается время только на новогодние пожелания. Пожалуйста, Александр. Я, конечно же, пожелаю всем телезрителям не просто счастья, а чтобы в ваших семьях 19-й год не омрачался ни одной проблемой, чтобы постоянная позитивная информация, постоянное позитивное отношение к жизни, и следующий Новый год вы вышли только с хорошими результатами, вот как эти дети, которые баночку собирают, только хорошие. Я понимаю, возможно, это даже намек, мы же не подвели результат. Александр, спасибо за пожелание. Напомню вам, в розыгрыше сегодня участвовали Анатолий, который всей семьей идет на елку в масках и костюмах животных. Любовь Ивановна, которая обязательно ставит
живую елочку, несмотря на то, что дети, внуки выросли и разъехались, и, возможно, она начнет собирать иголки еловые. Даша, которая все члены семьи пишут записочки с хорошими делами и какими-то приятными событиями и складывают целый год в какую-то красивую емкость. И Александр, который сказал, что покупают сувениры, готовятся, ну, а потом идут на елку и иногда взрывают петарды. Теперь они знают, что этого делать не нужно. Вот такие у нас были сообщения. Как думаете, кому же достанутся пригласительные? Ну, я думаю, что да. Девочка Даша, которая... Девочка Даша. Именно эта традиция понравилась. Мы огласили. Так. Я понимаю, что зрители в студии согласны с решением Александра, да? Да, все кивают головами. Замечательно, да, Наталья? А можно вот внести предложение? Пожалуйста. Понятно, что мы вот сообщения в Вайбере, мы их никак вот не оценили. Но традиция собирать иголки 70 там какого-то 72-го. Года. 72-го. Да, у меня есть пригласительный на наше областное представление. Мы готовы вручить вот этому человеку, который написал такую традицию, пригласить с ребенком, либо вот на наше новогоднее представление 28 декабря. И сделать выставку коробков. У меня такое предложение. Абсолютно точно. Это Игорь написал. Вот, ну что ж, Игорь свяжется с нами. А вы, наверное, ну как, мы постараемся Игоря... Направить на республиканскую организацию «Беларусь». Хорошо, да, спасибо вам большое. Ну что ж, дорогие друзья, буквально секунда до того, как мы выйдем из эфира. Всего вам самого доброго. Это был «Добрый вечер, Гомель» о новогодних традициях. Мы всем вам желаем счастливого, радостного, веселого и безопасного Нового года. Всего вам доброго. До встречи.